Ну а сейчас о том, как проходит уборочная кампания в регионах страны. Урожайность пшеницы на полях Северо-Казахстанской области на отдельных участках доходит до 50 центнеров с гектара. Не всем аграриям в этот сложный год по погодным условиям удалось вырастить такой богатый урожай. Большинство с гектара получает по 17 центнеров. На начало октября земледельцы собрали урожай с 88% засеянных зерновыми культурами полей. В закромах хлеборобы загрузили более 5 миллионов тонн зерна. На молот масличных подбирается к 230 тысячам тонн. Сообщается, что некоторые хозяйства области уже завершили жатву. Уборочная кампания в Северо-Казахстанской области идет с небольшим отставанием. Это связано с погодными условиями. Ранее в регионе шли дожди, но сейчас аграрии нарастили темпы уборочной кампании. Они используют каждый солнечный день, чтобы как можно скорее собрать урожай. Что касается урожайности, то в регионе есть отдельные хозяйства, где урожайность достигает 40-50 центнеров с гектара.